Thank you.
Уважаемые слушатели, мы приветствуем вас в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского. Убедительно просим вас проверить отключение мобильных телефонов. Также напоминаем, что в зале во время концерта фото- и видеосъемка, в том числе на мобильные телефоны, запрещена. Благодарим за понимание. Московская филармония представляет концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», художественный руководитель, главный дирижер Юрий Башмет. Вечер проходит в рамках абонементного цикла, посвященного 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, в программе «Произведения композитора». В первом отделении прозвучит концерт номер 5 для фортепиано с оркестром ми-бемоль-мажор, сочинение 73 в трех частях. Вторая и третья части исполняются без перерыва. Солист Борис Березовский. Дирижер Юрий Башмет.
Thank you.
Уважаемые дамы и господа, мы просим вас проявить заботу о здоровье всех слушателей. Пожалуйста, не снимайте маску до выхода из здания. Находясь в фойе и помещении компании, соблюдайте социальную дистанцию. Занимайте места, указанные в вашей дверь, и не меняйте их в пожалуйста, следуйте указаниям. Благодарю.
Уважаемые слушатели, через несколько минут в нашем зале зазвучит живая музыка. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы в самый важный момент ее не прерывал звонок вашего мобильного телефона. Выключите его прямо сейчас. Мы также просим вас не использовать аудио, фото и видеотехнику, чтобы не отвлекать артистов и других слушателей. Благодарим вас. Thank you.
Уважаемые слушатели, вновь убедительно просим вас проверить отключение мобильных телефонов. Начинаем второе отделение концерта. В программе симфония номер 2 ре мажор, сочинение 36 в 4 частях. Исполняет Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Дирижер Юрий Башмет.
Thank you.
Thank you.